Куда прыгаем? Мы с тобой одинаково думаем. Одновременно даже метки ставим. Что так атмосферно умеет? Мы даже одинаково думаем. Одинаково сказали пирс, одинаково метки поставили. И меня, наверное, не слышно, да? Слышно, слышно. А вот так лучше слышно? Я просто обращаюсь к чёртам митингам. Я вообще нормально слышно, вот так лучше? Я думаю, он труп. Чё? Да он труп, да? Да, вот сейчас. Я звук сейчас выключу, игру не слышу. Ну тебя вот еле-еле слышу. Я его не буду просто показать. Да понятно, он далеко пойдёт. Я метку поставил мастер снайперских винтовок 60. Прицел? Ну нет, мастер снайперских винтовок. А у меня снайперка нет, так что нужно мне. Не будет. И там снайперка эксперт лежит. Да, пиздец. Что-нибудь другое возьму. Сегодня снайперки не катят, да, типа, блядь? Тут что-то не... Я убил парочку человека. Я человека 2-3 убил сам себе. Нормас. Не, как там кого-то убивал, я видел. Куда пойдем? Короче, киллов тех на псу отдаю. А ты, Макс, как так далеко? Ты изначально так далеко был или сейчас уехал? Я прибежал пешком. Ничего себе. Я просто на краю прыгнул. Да, я думал, я с тобой здесь бегал. Я просто на краю бегал, это пирса, и побежал сюда, и все. Давай на улицалку ставим. Давай. Технопёсты место покупают. Thank you.
40 год. Снайпер, снайпер. Со всех сторон. Да. Где? Это они и были, наверное. Наверное. Мне кажется, не все. Лёг, тебе броня нужна? Делаю красную уже. Не надо. У меня их три просто. Не-не, не надо. У меня три. Ну, давай. Ну, надо. На одну. Макс. Да.
Перки выкинул хорошие. Перки хорошие выкинул. Я? Я. А, все, уже подобрал. Зачем? Технопёс подобрал. Ну, вам, кому-нибудь. Да, ладно. Да мне не надо. Здесь оружие все у них в комплекте все. Да я видел, да. Делки тут заряжены. Куда пойдем? Давай. Нужна броня. Какая? Я вот третьему говорю. А, да, возьми третий. Кто не берет? Не знаю. Броня, бери. Не знаю, как. Бери себе туда, Лёха. Мне еще две. Ну мы в принципе в зоне. Пойдем повыше туда, на холм. Сзади? Да. Я никого не вижу. Вертик там. Я убил типа, который был на вертолете. Угу. Проси только, блин, один раз пришел. Мне нужно телефон убирать или нет? А, все, заебись, а то я чекану, блядь. Лёха, ау, меня убили. Блядь. Да у меня тут сушилки болезнь пришёл. Там смотри, аккуратно. Честно, да, едь, забирай. Кто ты там, Макс? На холме, где я умер, он там чувак бегал. Ты куда поехал? Да я не знаю, позиции все ублюдки. Надо позицию нормальную. Позиция говно. Я не люблю, когда со спины въебывают, блядь. А здесь такие позиции со спины и ёбнут, блядь. Ну да, что делать? Бля, вот где он там умер? Останавливаться, не надо останавливаться, блядь.
Сейчас нас заебашут, нахуй. Откуда снайпер хуярит? Сколько осталось человек против меня? Трое? Три. Против меня одного? Трое против меня одного? Чем я делаю? Не знаю, мне кажется. Не, мне кажется, разные команды, спеши. Возможно, не одна команда осталась, а две. Блять, они две-три команды. Не плашут в жопу, нахуй. Я думаю, это не одна команда. Пускай друг друга ёбнут, пизду, блять, я ебал. Но это не факт, Лёх, что это не одна команда. Это одна команда, блядь. Нет, это не одна команда. Нет, не одна. Не одна, потому что полетел механик на кого-то, на другого. У тебя двое осталось, одна команда. Нет. А слышь? Миха? Нет, и где там. Нахуй они? Ну это пизда была. Открытая местность, не спрятаться, я один, это пиздец.